Всем большой привет! Спешу показать вам распаковку нового ухода за лицом. Наконец-то у меня будет один бренд, и я буду прямо одной линейкой пользоваться для ухода за лицом. 100 лет у меня такого не было, все время было для век от одной марки, для лица от другой марки. И какая-то вот такая путаница, мешанина. Но, наконец-то, у меня будет теперь прямо комплексный уход. Компания «Народные промыслы», если вот вам видно на коробочке, они более 15 лет создают косметику, и у них популярные бренды «Новосвит», «Золотой шелк», «Пропеллер» и «Супернова». Я взяла для волос две сыворотки, классные сыворотки, буду тестировать на себе, от «Золотого шелка» и линейку «Новосвит» для лица. Давайте вместе распакуем и посмотрим, что же я заказала. Коробочку я чуть-чуть отодвину. Очень милая такая, маленькая, компактненькая. Ну и давайте смотреть, что я заказала. Начну специально показывать то, что для волос. «Золотой шелк». Я взяла две сыворотки. Первая — это 100% кератин, концентрат для волос. Обогащение косметических средств, шампунь, бальзам и маска. То есть это можно добавлять. Пипетка идет у него, видите, не до самого дна. И что тут заявлено? Ой, какой прям свеженький. Давайте поближе покажу, что обещает этот концентрат. Но в любом случае, то, что волосы только спасибо скажут, это точно. И мне нравится, что в этом средстве коллагена 100%. Так, где-то это должно быть тут написано. Да, тут можно вот эту вот открывать информацию. И там должна быть еще целая страница. Вот, смотрите. Способ применения. И тут вот смотрите состав. Густое средство. Интересно, аромат есть у него? Сейчас посмотрим. Вот так просто не открутишь. О, получилось. Да, косметический приятный аромат. И посмотрите, какая густая, прям реально густая текстура. Ну что ж, буду тестировать. Обязательно позднее все расскажу, когда потестирую. Ждала, вот прямо ждала вот второе средство. Тут уже 100% идут аминокислоты. Концентрат для волос, золотой шелк, то же самое. Но уже тут идет, если первое идет на тотальное восстановление, то тут идет на укрепление структуры. Давайте тоже поближе посмотрим, пока идет только у нас с вами знакомство. В принципе, видно. Мне кажется, по использованию у них, наверное, похожая информация. Но в любом случае посмотрим. Так, и состав поближе тоже покажу. Вот так. И второй продукт. У них вообще вот этих сывороток было несколько. Это все новиночки. Я взяла две. Аромат отличается, но тоже приятный. И такое же густое по текстуре. Так, и давайте теперь смотреть, что же я взяла для лица. Вообще эта продукция, ее, мне кажется, купить вообще не составит труда. Она и в «Магнит Косметик», в «Улыбке радуги», в «Ашане».
во многих, в обычных местных сетевых магазинчиках, вот у нас даже, вот, например, какая-нибудь косметическая забегаловка, и что-то, особенно вот на вас вид, можно встретить в разных. Ну и плюс можно заказать с того же Озона, с Wildberries, беру. Я могу ссылки оставить на Wildberries. Там можно заказать. Там все-все это есть. Новосфит. Первое, что я взяла, это гиалуроновая пилинг с каткой. Я все продукты взяла антивозрастные. Очищает от загрязнений, макияжа и выравнивает рельеф кожи. Достаточно щадящее средство. Не травмирует. Классно работает. Про этот продукт я говорю не свое пока мнение, но очень много слышала о нем. Давайте применение покажу тоже поближе. И кому интересно состав. Сильно долго я останавливаться не буду, но вот так вот в целом можно увидеть какой. 100 мл. Зафольгировано, ну конечно. Так как мы будем пользоваться, давайте глянем. Жидкий. Не так уж прямо, чтобы вода, но достаточно жидкая. Ой, очень щадящие крупиночки, они тут есть. Мне кажется, их видно. Да, посмотрите. Работает хорошо. Классный продукт. Нежный-нежный аромат. Едва уловимый такой нежный аромат. Так, далее, что у нас тут есть. Так, это я пока выложу. Хочу с туб начать. Так, вот она, еще одна туба. Это маска для лица Smart. Умное омоложение, интенсивное питание и активация белка молодости. Масло Маноэ Иши. Вот такая маска, 50 мл, тоже давайте поближе. Этот продукт я не видела ни у кого. То есть для меня это вообще новинка-новинка. Тоже поближе так покажу. Состав, кому интересно. И вот мне интересно применение. Минут. Смыть водой. Обязательно. Обязательно потестируем. Маска была не одна. Маска еще была вот такая ночная. Концепция ночное солнце. Посмотрите, какие обещания интересные. Это тоже для меня новинка. Тотальное восстановление матрикса кожи во время сна. Гиалуроновая кислота, 8 часов сна, разглаживание морщин. Так, давайте открывать, смотреть. Надо будет немножко скотч поддеть, поэтому возьмем ножичек, чтобы открыть аккуратно. Так, тут что у нас написано? Мне прям все так интересно, для меня это прям новинка. Способ применения. Смывать утром, а наносить за 30 минут до сна. Маска выглядит 50 мл в упаковке. Ой, смотрите, она прямо, не знаю, вам видно или нет, дребезжит. Такой нежно-лавандовый цвет. Приятный нежный аромат. Ароматы у всех продуктов отличаются, но у всех приятные. Так, следующий продукт. Я видела, даже я такой использовала. Это у нас гель-активатор молодости кожи. Обещает разглаживать морщины. Я его тогда использовала с другими, не от Новосвит продуктами, а под другие кремы. Ну, а тут я буду, как бы, знаете, так комплексно использовать. И мне это очень нравится. Так, удобный дозатор. От морщин без инъекций. Способ применения. Также тут состав.
глазками можно пробежать, если интересно. И что у нас вот здесь написано? Ну, какие обещания хорошие. Обещания замечательные. Так, давайте открывать, смотреть. И вот такая упаковка, 25 миллилитров. Подождите, я крышку положу, она не мешает. Вот такая беленькая, как молочко. Тоже нейтральный такой аромат, прям легкий-легкий. Интересно. Ладно, сюда его, эту сыворотку. Смотрим дальше. Это еще не все. Еще одна коробочка. Тут уже сыворотка для лица, самолаживающая с биопептидами. Разглаживает морщины. Применять можно каждый день, использовать вечером. А вечером, возможно, под крем даже можно быть. Во время сна работает. Ух ты, классная какая. Я уже даже не сама себе завидую. Давайте посмотрим. Я хочу сказать, что цены в основном до 200 рублей. Самое дорогое тут 385 рублей. Я еще не показала продукт. Сейчас покажу. Но уход достаточно интересный, как мне кажется. И по цене доступный. Потому что чем старше женщина, тем сложнее подобрать не очень дорогой уход. Так, и применение. Для всех типов кожи это ночной продукт. Так, открываем. Все будем открывать, потому что прям все выстрою на полочке и буду использовать. Давайте внутри. И эта сыворотка, и предыдущая выглядит вот так. Коробочка большая. И вот так они умещаются. Тоже 25 миллилитров. Или 20. Вот здесь написано 25 миллилитров. И она уже не белая, а такая мутного немножко цвета. Закручиваем. Так выглядит. Кстати, ой, вот у этой аромат вообще восхитительный. Очень хорошо впитываются. Нет ни жирного блеска, ни липкости никакой я не чувствую. Хотя вот смотрите, какой по счету продукт. Я их, по сути, накладываю друг на дружку, да, на нашу. Вкусный аромат очень. Прям нравится мне. Так, сейчас мы чуть-чуть сэкономим местечко, потому что будут еще продукты. Так, уступили место. И давайте смотреть. Смотрите еще, что пришло ко мне на вас вид. Это тонер, разглаживающий тонер для лица. Активная база для основного ухода, гладкость кожи 35+. И тоже смотрим, ни разу не видела ни у кого и сама не использовала такой тонер от Novasweet и способ применения. Вот так. Меры предосторожности. Молодцы, они у всех написали. Меры предосторожности. 100 миллилитров. Состав тут можно посмотреть. Я сильно уж не кручу. Посмотрите, какой интересный носик. Я сначала, когда открыла коробку, подумала, что отломили носик. Но нет, он такой и есть. Так, тут вот повернуть надо. Так, потихонечку.
Опа. Вот он такой. И с одной стороны вроде жидкий, в то же время не вода, а такая гелевая субстанция. Тоже нежный, приятный такой аромат. Интересный, конечно, тонер. Не было у меня тонеров таких. Буду смотреть. И последнее, что как бы в заказе было самым дорогим, это эссенция для лица с пептидом пчелиного яда, с маточным молочком, упругость кожи, увлажнение, мгновенный лифтинг. Вот такие обещания. Тоже вообще прямо в магазинах не видела. Вот на Wildberries они были. Так, давайте смотреть, что тут у нас с ядом. Обещания вообще везде восхитительные. Так, пчелы не пострадали. И вот такие обещания. Надеюсь, я не очень быстро листаю. И с этой стороны тоже посмотрим. Ну, контур лица — это хорошо. Надо. Утром и вечером можно наносить. Под крем подходит. И состав. Вот такой у меня был заказ. Давайте ее откроем, тоже посмотрим. Мне кажется, я ничего не забыла. Единственное, тут нет ночного дневного крема, только маски. Но у меня пока есть дневные и ночные крема. Кремы, да, правильно сказать. Ой, смотрите, какая красота. С этой стороны как будто шарик прямо, да? Здесь носик. Ой, даже не знаешь, как оттуда. Ух ты, смотрите, оно прямо течет. Ага. Наверное, надо хранить вот так, а потом переворачивать, и оно будет вытекать. Вот, я еще неправильно взяла. Даже не знаю, как правильно его хранить-то. И вот так. И опять же приятный аромат. Мне кажется, этот аромат даже с чем-то схожий уже был такой. Тоже хорошо впитал. Смотрите, у меня рука стала намного моложе правая, чем левая. Потому что получила такой шикарный уход. Если без шуток, то я довольна своим заказом. Конечно, я потестирую и потом сниму отдельный ролик, расскажу об этих продуктах. Мне самой интересно, потому что я пробовала только конкретно, вот если брать вот эту вот сыворотку, гель-активатор. И слышала много, даже в подарок сама дарила вот гиалуроновую пилинг-скатку. Теперь я попробую это все сама. Очень хочу попробовать вот аминокислоты и кератин для волос. Мне это интересно. Ну, посмотрим, как все будет работать. Давайте ссылку я оставлю на Wildberries, где можно приобрести такие продукты. Но сама недельки через две вам расскажу свои впечатления уже об этих продуктах. Лучше так договоримся. Ну, а сейчас буду прощаться. Спасибо огромное за то, что смотрели, за то, что были со мной. Надеюсь, со мной было интересно. Всем приятного настроения и всем пока!